полезные привычки для здоровья позвоночника. Номер один. Возьмите себе за правило делать очень простое упражнение. Встаньте спиной к вертикальной поверхности, например, к стене. Обязательно касайтесь ее одновременно затылком, немного опущенными плечами, лопатками, ягодицами и пятками. Постойте около минуты, запомните положение тела и, сохранив его, отойдите от стены. Это и есть правильная осанка. Несколько раз в день поправляйте свою осанку, пусть ваши мышцы запомнят ее. Номер два. Не кладите ногу на ногу. Это вызывает боль в нижней части позвоночника, нарушает кровообращение и может даже привести к заболеваниям в области малого таза и половых органов. И не садитесь резко со всего маха на стул. Этим вы каждый раз наносите удар по позвоночнику, от чего повреждаются хрящевые поверхности и диски. Номер три. Если вам приходится долго стоять, например, в очереди или в транспорте, не забывайте менять позу каждые 10 минут. Опираться нужно по очереди на каждую ногу, чтобы на них попеременно приходилась масса тела. Ходите на месте. Время от времени полезно вытянуть руки вверх, прогнуться назад и сделать глубокий вдох. Вы сразу же почувствуете, как уменьшилось чувство усталости и ощутите прилив энергии. Номер 4. Поднимать тяжести. Надо двумя руками. Спина при этом должна быть прямая, не наклоненная ни в одну сторону. Номер 5. Боль в спине и плохое настроение тесно связаны. Не уходите в свои проблемы, обиды, переживания. При плохом психическом состоянии изменяется тонус кровеносных сосудов, что в свою очередь может ухудшить кровоснабжение в уже затронутых недугом нервных окончаниях, что и приводит к болевым ощущениям не только в области спины. Боль может отдавать, например, в руку или ногу. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья! We'll be right back.